В Твери ведется мониторинг состояния дорожного полотна на объектах, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Комиссионные обследования проходят в каждом районе города. Видно, что все это выдержало. Плавающие колодцы, он все стоит, все нормально в уровне. И вот есть такая какая-то... В ходе зимней эксплуатации разрушение покрытия вокруг люков коммуникаций. Замечание зафиксировано, заактировано, направлена претензия подрядной организации. С наступлением теплой погоды на всех гарантийных дорожных объектах, отремонтированных в рамках нацпроекта БКД, проходят инспекционные комиссии. В ходе таких выездов тщательно осматривается улично-дорожная сеть на предмет появившихся за время зимы дефектов. В ходе обследования выявляются и дефекты, составляется акт выявленных дефектов, отправляется подрядным организациям, устанавливается срок выполнения данных дефектов, и подрядчик за свои собственные средства исправляет выявленные дефекты. В составе мониторинговой группы специалисты департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города, депутаты и представители общественности. Профессионалы, они видят только то, что записано в проекте. Когда проверку проводит общественность вместе с депутатами, они видят проблему гораздо шире. Подобные рабочие комиссии проходят в каждом районе Твери. Напомним, что в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонтные работы прошли на 54 объектах улично-дорожной сети Твери. Всего в период с 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта в столице Верхневолжья планируется отремонтировать более 265 километров дорог.